Гуляя по амбарам, увидел я судно иностранное. Спросил Франца, что за судно. Он сказал, что то бот английский, и ходит он на парусах не только что по ветру, но и против ветру. Которое слово меня в великое удивление привело. И неимоверно. Все его победы будут вопреки традициям, ожиданиям, здравому смыслу, порой даже законам физики. В точном соответствии со словами на медали в честь очередной победы его флота. И небываемое бывает.